А потом он поцеловал меня. Ваши напитки, дамы. О, выглядит хорошо. Мне это очень нужно. Вкусно. А что происходит? Где мы находимся? Какая разница? Выпьем. Эти игрушки такие милые и мягкие. Эй, Эсси, посмотри на мою куклу. О, подождите, что это? Так было всегда? Где оно остановится? Это так интересно. У меня голова кружится. Это будет весело. Вау, это было так круто. Давай откроем их. О, я этого не ожидала. Сахар и пищевой краситель. А что у тебя? Что же мне с этим делать? Ничего не понимаю. О, тут еще книга. Вау, посмотри. Это волшебно. Мне нравится. Подождите, это то, что мне нужно. Мне понадобится газировка. Я перелью ее в кастрюлю. Какой красивый цвет. Теперь я добавлю сахар и желатин. И все перемешаю. Я хочу, чтобы желатин растворился. Затем я добавлю пищевой краситель. Немного. Я буду продолжать помешивать. Думаю, этого достаточно. Посмотрите на этот цвет. Он такой красивый. Я разолью смесь ложкой в эти формочки в виде сердечек. Осторожно. Я заполню форму до самого верха. И я сделаю то же самое с остальными. Смесь должна застыть. Теперь можно достать сердца из формы. Посмотрите, это восхитительно. Ты видишь, Джина? Это так мило. Вкусно? Сейчас узнаем. Вау, это восхитительно. Тебе так повезло. Что я буду с этим делать? Подожди, ты думаешь о том же, о чем и я? Сначала я вскипячу воду и налью ее в стакан. Затем мне понадобится сахар. Я высыплю его в воду, но не весь. Не хочу, чтобы было слишком сладко. Затем я добавлю пищевой краситель. Нескольких капель будет достаточно. Теперь я все перемешаю и подожду, пока сахар растворится. Отлично. У меня есть еще один стакан сахара. Я окуну руку куклы в жидкость. А затем сахар. Нужно, чтобы она вся им покрылась. Теперь можно вытаскивать. Ух ты, как я и хотела. Это хрустальный леденец. Выглядит так здорово. Попробуй. Только если ты попробуешь мои сердца. О, выглядит великолепно. Сейчас попробуем. Интересно, что будет дальше? Я уверена, что колесо подскажет нам. Что скажешь? Может быть, попадется что-то хорошее. Где еда? Так-то лучше. Давай посмотрим. Эй, неплохо. Открой свое блюдо. Итак, начнем. Чего-то не хватает. О, как неловко. Но зато у меня есть вкусные вафли. И я кое-что придумала. Сначала я отрежу углы. Я хочу, чтобы кончик был острым. Затем я окуну вафлю в стакан с глазурью. Мне нужно покрыть острый кончик. Вторую сторону я покрою темной глазурью. Зацени, это вафельный карандаш. Я положу его вместе с остальными. С такими карандашами учиться станет веселее. Это очень здорово. Посмотрим, каковы они на вкус. Ух ты, это потрясающе. Можно мне один? Пожалуйста, пожалуйста. Нет, они мои. Я не буду с тобой делиться. Ты злюка. Подождите секунду. У Эсси осталось много глазури. Интересно. Все, настало время розыгрышей. Мне нужно еще кое-что. Я думал, в этой книге будет больше картинок. А, что такое? Типичная Джина. Эти карандаши скучные. Но я могу сделать их лучше. Я возьму это. Идеальное преступление. Я полью карандаши глазурью. Я буду двигаться вперед и назад. Вот так. Все, теперь нужно подождать. Мне нужно, чтобы глазурь застыла. Да, прошло уже много времени. Выглядит аппетитно. И это все мое. Так вкусно пахнет. Я попробую. О, я все съела. Было так вкусно. Жизнь так жестока. Ух ты, посмотрите. Выглядит аппетитно. Эй, подружка, можно мне один? Конечно. Ты лучше. Подождите. А? Что за? Она купилась. У меня очень болит зуб. Это плохо? Упс. Я бы не улыбалась, пока не сходишь к стоматологу. Извини. У меня хорошее предчувствие. Ха, ты это видела? Клак-клак. Я курица. Клак. Так смешно. Эй, мы ждем. Мила, давай посмотрим, что тут. Поехали.
Ого, как много яиц. Посмотри. Теперь моя очередь. А что это? Ничего не понимаю. Можно мне яйцо? Нет, я так не думаю. Они мне все понадобятся. Мне просто нужно понять, что делать. О, не будь злюкой. Ладно, думаю, я готова. Мне понадобится кухонное оборудование. Я не знаю, как я это сделала. За работу. Сначала я разобью яйца. Я хочу отделить белок от желтка. Спокойно, почти получилось. Желток можно положить в эту миску. Сейчас он мне понадобится. Я могу использовать пипетку для удобства. Это так просто. Я вылью его на сковороду. Я всегда была замечательным художником. Я буду рисовать маленькие сердечки. Вот так. Теперь можно вылить сюда яичные белки. Потом я подожду, пока они приготовятся. Думаю, этого достаточно. Можно доставать и выкладывать на тарелку. Посмотрите на эти сердечки. Я так завидую. Я проголодалась. Скорее бы это попробовать. Обожаю яйца. А это просто произведение искусства. Надеюсь, получилось вкусно. Есть только один способ узнать это. Ням! Тебе так повезло. Не то что мне. Подождите. У меня есть идея. Я высыплю желатин в миску. Затем добавлю воды. Достаточно. Теперь я добавлю несколько капель пищевого красителя. Для перемешивания я использую палочку для мороженого. Нужно, чтобы не было комочков. Никто не любит желе с комочками. Я тоже использую пипетку как джина. Я проделаю отверстие в яичной скорлупе. Я налью туда желатиновую смесь. Затем я подожду, пока она застынет. Давайте ускоримся. Думаю, все готово. Я так счастлива. Я положу яйцо сюда, и сейчас я его открою. Еще немного. Идеально. Теперь я могу очистить его от скорлупы. О, это так приятно. Расслабляет. О, что она делает? Это яйцо из желе. Оно очень мягкое. Как игрушка. Да, правда. Он такой милый. Подожди, колесо крутится. Я так нервничаю. Я уверена, что все будет хорошо. Что только что произошло? Эмма, у тебя сегодня ужасная прическа. Было намного лучше. Думаю, тебе нужно посмотреть в зеркало. Или записаться к парикмахеру. Что происходит? По крайней мере, у нас есть еда. Отлично. Давай, открывай. Это странно. А что у тебя? Давай посмотрим. Это карта. Подожди, кажется, это карта сокровищ. Похоже, я отправляюсь на их поиски. Увидимся позже. Ух ты, где я? Кажется, я заблудилась. Подождите, поверить не могу. Выглядит очень аппетитно. Ммм, вкусно. Я лучше продолжу. Здесь тропинка заканчивается. Вау, я нашла сокровище. Место отмечено крестом. Обожаю сюрпризы. Юху, это расческа. Сегодня мой счастливый день. Это как раз то, что мне нужно. Подождите, что происходит? О, я вернулась. Привет, Джина. Смотри, я нашла расческу. Наконец-то я приведу волосы в порядок. Прекрасно. Подождите, она пахнет шоколадом. Это шоколад. Ты издеваешься надо мной? Что же мне делать? А, я поняла. Мне нужно заполнить ее чем-нибудь. И эта глазурь идеально подойдет. Я заполню ей форму. Отлично. Я не хочу пропустить ни одного места. Затем нужно подождать, пока глазурь застынет. В любую секунду. Теперь ее можно достать. Эй, посмотри, что у меня есть. О, здорово. Теперь я могу расчесывать волосы. Отлично. Я рада, что никто не видел меня такой. Еще немного и готово. Ах, какое облегчение. Форма мне пригодилась. Это было восхитительно. Твои волосы выглядят потрясающе. Подожди, ты подала мне идею. Надеюсь, это будет вкусно. О, да. Великолепно. Мне все понравилось. Я первая. Посмотрим, что там. Да ладно! Золотой ананас! Какая красота! Спорим, он очень вкусный! Вау! Золотой фрукт? Сама вижу! Воспользуемся золотым ножом! Скорее бы посмотреть, что внутри! О,
О, боже, зацени! По-моему, это очень аппетитно. Похоже на золотое желе. Уверена, это вкусно. Я была права, это нечто. Вот это да! Я завидую. Я так больше не могу. О, похоже, у меня краснокочанная капуста. Она, конечно, красивая, но пробовать ее что-то не хочется. А я надеялась, мне попадется что-то типа фиолетового арбуза. Вау, ты это видишь? Капуста начала сиять. Что происходит? Так даже симпатичнее. Может, нужно проверить, что внутри? Эй, что ты делаешь? Ну, почему-то же она сияет. Нашла! В самом центре! Похоже на красивый фиолетовый мрамор. Съедобный, конечно. Первый раунд такой классный. Вау! Что с твоими руками? Божечки, я становлюсь золотой. Я золотая, как и ананас. Я застыну навсегда. Ты превратилась в золотую статую. Ладно, мы ее забираем. Но, она же моя подруга. Да, давай в этот раз ты первая. Здорово! Целая коробка фиолетовой лапши. Обожаю лапшу. Тут даже есть фиолетовые палочки. Пора пробовать. Вау, как здорово. Надеюсь, это вкусно. Просто невероятно. Хочу еще. Ого, тебе и правда очень понравилось. Может, лучше немного замедлиться? Ни за что! Я съем всю коробку! Ты так быстро ешь, и все равно получается долго. А знаешь что? Я пока свою открою. О, золотые грибочки! Какие миленькие и маленькие! Погнали! О, сколько лапши! Эй, что? А! Венди исчезла! Надеюсь, она в порядке. Вау! Где это я? Это, наверное, из-за того грибочка. А? Эмма, я здесь, внизу. Что там на дне моей коробки? Я схвачусь за лапшу, а ты меня вытащишь, окей? Ладно, держись. Какая ты крошечная, как рыбка. Вот, я тебя посажу на твое место. Я снова большая, спасибо. Лучше я не буду больше есть эти грибы. Давай ты первая. Гляди, конфетки. Они такие классные. Высыплю все на тарелку. Готово, пора пробовать. Просто соберу языком сколько получится. Смотри, у меня целая куча конфеток на языке. Они и сладкие, и кислые. Эмма, ты в порядке? Что? Что такое? Твое лицо. Дай-ка посмотрю. Веснушки! Я всегда их хотела. Какие милые. Иногда ты такая смешная. Вау! Кому нужны конфетки, если есть огромный чупа-чупс? Выглядит просто потрясающе. Невероятно вкусно. О, у меня идея. Пододвинем тарелку и прокатим чупа-чупс по ее конфеткам. Эй, воришка, ты что делаешь? Идеальное сочетание. Так, сейчас моя очередь. Золотые чипсы! То, что надо! Какие блестящие! Хрустящие и соленые! Обожаю! Вау! Что-то снова не так! Не может быть! Диадема! Из-за чипсов я стала принцессой! Съем еще и посмотрим, что будет! Как же вкусно! Ого! Не могу поверить, что ты уже съела всю банку! Посмотри на меня, вся в золоте.
кошечки, зубы тоже золотые. Как смешно. Кажется, у меня фиолетовые чипсы. Интересно, а со мной после них что-нибудь будет? Даже если нет, все равно съем с удовольствием. Похоже, диадема не появилась. Ну и ладно. И зачем эти побрякушки, если есть вкусняшки? Как вкусно! Не могу остановиться. Эй, может, не стоит так спешить? Просто кажется, что-то с тобой происходит. Эй, послушай. Вау, какие длинные ресницы. Боже мой, из-за них я взлетаю. Вау, такого я не ожидала. Последний раунд. Открываем вместе. Золотая картошка фри. Это же идеальное блюдо. Полюбуйся, просто великолепно. Потрясающе. А на вкус, как обычная картошка фри. Что за дела? Так нечестно. У тебя фри, а у меня сырая картошка. Это худший челлендж. Ну, если подумать, это так смешно. Ну, конечно. Смейся, смейся, мисс Диадема, украшение и золотая картошка фри. Эй, что за черт? Моя картошка. Она превратилась в бумагу. Эй, прости, что смеялась над тобой. Гляди, что случилось с моей картошкой. Думаю, нам обеим не повезло в этом раунде. Смотри, снова светится. Да, появилась фиолетовая картошка фри. Вау, я так за тебя рада. Держи, это последний раунд, так что я с тобой поделюсь. Может, для нас он все-таки самый лучший? Так, я первая. Вот это да, просто невероятное фиолетовое яблоко. Я даже не знала, что такие бывают. Попробуем? Ого, вау, какое сочное и хрустящее. Интересно, у Белоснежки было такое же? Итак, пора проверить, кто сможет ее разбудить. Фу, ничего себе, какая красотка, как весенняя сирень. Ой, черт, сейчас он меня поцелует. Ну уж нет, ради такого не проснусь. Ну все, убирайся, да я. Приветик, Соня. Готовься, сейчас я тебя разбужу этим поцелуем. О, ты в порядке? Эй, проснись. О, ну и ладно. Посмотрим, что у меня. Погодите-ка. У нее, значит, прекрасное яблоко, а у меня глаз на палочке. Эй, Венди, ты мне нужна. Иногда она просто невыносима. О, оно подмигнуло мне. О, я знаю, что делать. Как насчет ресничек? Вот это красота. О, у меня появилась классная идея. Вот так. Вот и следующий принц. Эй, просыпайся. Стоп, что? Молодец, глазик. А какой это на вкус? О, виноградное. Минуточку, сначала считалочка. Посмотри-ка, я победила. Ядовитые отходы. Чего? О, это кислые конфеты. Обожаю их. Выглядит аппетитно. А на вкус как? Сейчас узнаем. Вау, кислятина. Вот это здорово. Я сразу все съем. Это будет нечто. Ого, о нет. О, ты в порядке? Ого, вот это да. Надеюсь, у меня тоже что-то классное. Нет, я просто закрою это крышкой. Что такое, все хорошо? Все плохо, очень, очень плохо. Смотри.
Нет, закрой скорее. Секунду, я сейчас. Ну все, теперь я готова ко встрече с пауком. Открывай. Эй, стоп! Кажется, он не настоящий. Ты права, это мармелад. Пахнет виноградом. Надеюсь, на вкус он тоже ничего. Ну да, здорово. Вау, что со мной? Похоже, паучьи силы. Вау, не может быть, как круто. Да, я королева пауков. О, упс, прости. Ты что, издеваешься? Ой, кажется, я немного увлеклась. Давай откроем вместе. У меня ничего. А у меня какая-то банка. Внутри что-то лежит. Ого, волшебная палочка. А что она умеет? Сейчас узнаем. Да, работает. Я захотела чипсы, и банка изменилась. Да, обожаю фиолетовые чипсы. Спорим, они очень вкусные. О, да, но мне бы еще запить чем-нибудь. Волшебная палочка рулит. А если так? Открывай, посмотри, что внутри. Ничего себе, фиолетовый бургер. Невероятно то, что надо. Эй, я думала, это мне. Ну и ладно, теперь я колдую. Ну, кажется, сработало. А это я забираю. Умираю с голоду, я бы съела бургер любого цвета. О, точно, Фанта. Никто же не против? Это еще что было? Ой, ты вернулась. Прости. Еще бы ты не извинилась. Эй, в этот раз я первая. Капкейк с глазами. Почему мне все время глаза подкидывают? Что-то я сомневаюсь насчет него. Фу, окей, кажется, это конфеты. О, и пахнет так классно, как здорово. Да-да, конечно, интересно. А что у меня? Вау, а у меня леденец с кулаками. Минуточку, похоже, сломался. О! Она сама себя ударила. Ха-ха, мисс, как я боюсь конфетных глаз. А, кстати, про глаза. О, да, это мой шанс. Удар по капкейку. О, как вкусно. Ты что, издеваешься? О, ты слишком веселая. Эй, тут леденец. Круто. Как же вкусно. Да, это нечто. Ну уж нет, не в этот раз. В последнем раунде я первая. Да, коробка нёрдов. Я их обожаю. Поехали, высыпаем на тарелку. Вау, оу, ты сыпешь мимо. Вот так, целая тарелка конфет. А, теперь в рот. Как вкусно. Уже завидуешь? У меня все волосы в нёрдах. Ну уж нет. Пора открывать. Что это? О, точно, дошло. Мне бы соломинку. Вау, у тебя какое-то волшебное зелье. Ну вот, теперь я завидую. Хотя, я знаю, как сделать мои конфеты еще вкуснее. Нальем сверху черничное варенье. Прямо на нёрды. А теперь перемешаем.
Вау, что там происходит? Готово! У меня тут радуга из нёрдов. Ну, по форме похоже. Чего? Эй, а можно мне кусочек? Ну нет, это все мое. Ну можно же что-то сделать. О, знаю. Вот, поменяемся. Ну ладно, держи, твоя половина, а я забираю напиток. Сколько я уже не ела. Шоколадка придется кстати. И как ее открыть? Ты же не против? Как странно. Что только не привидится на голодный желудок. Это что, шоколад? Попалась! Эй, что это за место? Это новый челлендж. Фиолетовое против желтого. Можно я первая? Спасибо. Что это? Наверное, кислое. Сейчас узнаем. О, вот это гримаса. Как вообще это есть? Твое лицо, как драматично. А теперь сладко. Неплохо. Эмма? Проблемы с контролем? Юху! Вот это да! Еще хочу! А я пока свою открою. Та-да! Какая милая обезьянка! Ей так весело! Но мне интереснее конфеты. И какие они на вкус? Попробую все сразу. Фруктовые! Эй, а это здесь откуда? Давай поиграем. Мои бедные ушки! Эй, пошли лучи добра моему блюду. Вау, никогда не видела такой пончик. Больше моей головы. Откуда бы начать? Так сойдет. Черника! Как вкусно! Не могу остановиться. Он такой сладкий. Я бы весь день его ела. Вау, вот это да. Ага, как это развидеть? А у меня что? Маршмеллоу в форме мишек? Это будет что-то. Какие они мягкие. У меня есть идея получше. Простите. Целый ряд мишек. И это все мне. Кое-чего не хватает. О, да, нальем побольше. Похоже на медовый водопад. Аж в животе заурчало. Какие мягкие и сладкие. Ты или я? Давай ты, подруга. Та-дам! Похоже на зубную пасту. Тут и щетка есть. Но что-то мне подсказывает, что это намного вкуснее. О, цитрусовое великолепие! Чистые зубы, здоровые зубы. Сделаю все как дома. Мне очень нравится. О, я чувствую, уже помогает. Как смотрится? Ху. Вот это сияние! Вау! Спасибо, подруга. Ну, хватит чистить. Пора есть. Моя очередь. Я так волнуюсь. Обожаю ухаживать за собой. Сейчас у меня будет гладкая кожа. Думаю, все отлично. Классно, да? Виноградная? Кажется, маска съедобная. На вкус просто нечто. Последний кусочек. Вкуснятина.
Что с твоим лицом? Лучше возьми зеркало. Вау! Это же не навсегда! Помогите! Но где там Сара пропадает? Может, начать без нее? И... Да! Кислые виноградные конфеты! Давайте немного повеселимся. Сара ничего не заметит. Да-да, ну все, пока. Я первая? О, обожаю сладкий виноград. Открываем. Это будет здорово. Стоп. Они вообще не сладкие. Во рту какие-то странные ощущения. А, я в порядке. Ах так, отклей наклейку. Что? Вот эту? Теперь понятно, почему они кислые. Хитро. Хочу еще. Теперь моя очередь. О, крошечный аппарат со жвачкой. И монетки. Надеюсь, выпадет желтая. Эй, там кто-нибудь есть? Может, надо получше попросить? Мой хороший, можно одну? Что-то происходит. Ну, наконец-то! И все ради одной штучки? Возьму, что дают. Лимонная меренга. Эй, тяни соломинку. Возьму эту. Кажется, я первая. Ого! Какую бы сначала взять? И как устоять перед такой гримасой? Она еще и светится. Вау! А внутри конфета. Круто! Арбузная? Завидуешь? Да не особо. У меня своя вкусняшка есть. И мне она очень нравится. Как будто гипнотизирует, да? А что если... Эмма! Чего? Зацени мой леденец. Сложно оторвать взгляд, не так ли? Просто продолжай смотреть. Ого! И правда сработало. О чем бы ее попросить? Может, пусть поет? Вау, вот эта песенка! Она вообще себя не контролирует. Я уже дышать не могу. А теперь танцуй. Меня два раза просить не надо. Нравится? О, да. Спокойной ночи. Спать хочется. Стоп! Кажется, теперь это мое. Она крепко спит. А значит, мне больше конфет достанется. О, чуть не проснулась. Это лучший день в моей жизни. Готово? Раз, два, три. Печенье? Мой любимый вкус. С фиолетовым кремом. Виноград. Как вкусно. Круто, да? Угу. У меня лимонные. И еще штучка. Вот так. Постой-ка. Ты думаешь о том же, о чем и я? Смешаем вкусы. Это нечто. Ну что, пробуем? За нас, подруга. Вкуснятина. Фруктовый взрыв. Эй, ты тоже это чувствуешь? Вау! Как здорово! Мне нравится мой новый цвет. Вау! Какую бы голову выбрать для этого тела? У нас тут хороший выбор. Возьму эту. Готовы к новому челленджу? Я чур первая. О, фиолетовый. Обожаю этот цвет. Целая куча ярких, мягких маршмеллоу. По мне так выглядит очень аппетитно. Попробуем. Как вкусно. Просто супер. Эй, будешь? Серьезно? Конечно. Спасибо, Джули.
О, ты права, они правда очень вкусные. Может, откроешь свое блюдо? Поехали! Это пчелка. Страшно как-то. Что? Пчелка? Ненавижу пчел! Прогони ее! Мне так страшно! Ой-ой-ой! Подожди меня, миссис пчелка! О, ну хотя бы маршмеллоу составят мне компанию и накормят. Воу! Смотрите, сколько меда! Да, очень даже ничего. Нет, не отдавай белкам конфетки. О, ты вернулся с целой миской меда. Да, и бутылочкой посыпки. Вау, ты много добавил. Выглядит потрясающе. Ага, целая бутылочка в самый раз. Смотри, что дальше. Перемешаем все специальной ложкой. Обожаю смотреть на эти завитки. Окей, думаю, хватит. Теперь берем бутылочку и воронку. Здорово, так интересно. Переливаем мед в бутылочку с помощью воронки. Какой густой мед! Он течет так медленно. Та-да! Готово! И убираем в морозилку. В морозилку? Серьезно? Посмотреть бы поближе. Ну все, можно вытаскивать. Да, холодненькая. Пора открывать и пробовать. Нажимаем на бутылку. Смотри, вылезает из горлышка. Не могу больше ждать. Откушу немного. Вот это да. Спорим, это невероятно вкусно. Хочешь первой открыть, Джули? Нет, давай лучше ты. Что? Это еще что? Ничего не понимаю. Это точно еда? Надо рассмотреть как следует. Не знаю, как-то странно. Воу, оно укатилось! Такое скользкое, я еле удерживаю его на тарелке. Хватит уже! Пора это закончить. Полезай в рот. О, что-то терпкое и немного кислое. Открывай свое. Смотри, у меня виноградный ментос. Я такой раньше не пробовала. Я даже не знала, что такой вкус существует. О, я завидую. Обожаю конфеты с виноградным вкусом. Попробуем сначала одну. Джули! Ой, ты тоже хочешь? Окей, держи. О, она улетела. Стой! Ха-ха, как насчет тенниса? Оу! Да, вот так-то. Давай, вставай на поле. Ладно, я подаю. Получай. А теперь лопатой. Вам. Я отобью подачу этим пареньком. Эй, что за дела, чувак? Так-так, посмотрим, что у нас тут. Вау, поп-роксы, я их обожаю. Сейчас откроем и попробуем. Оп, вот так. Поехали. До дна. О, у меня во рту как будто фейерверки. Хочу еще. Какие мощные. Обожаю их. А у тебя что? Да ладно, это тоже поп-роксы, только жвачка. Никогда не пробовала такие. Приступим. Как ты там говорил, до дна. О, жуется и при этом взрывается. Эй, гляди. Вау, какой большой шарик. Здорово вышло. Эй, смотри! Вау! Вот это взрыв! Так вот, зачем ты лопнул мой шарик. Пожую еще немного. Да, Джули, давай еще раз. Надуй шарик. Не могу удержаться, он такой огромный. Вау, что случилось? Джои, куда ты делся? Ты где там? Всегда меня бросает. Не может быть! Я что, на орбите? О! Эй, я вернулся! Это было потрясающее приключение! Ай! Джоуи, что за черт? Да, следующий раунд! О, какой огромный кусок сыра! А сколько дырочек, похоже, швейцарский! Я просто обожаю сыр, сейчас понюхаю. О, да, отличный спелый сыр! И запах это выдает. Иди к папочке, мое невероятное сырное великолепие. Я тебя сейчас съем. Черт, как аппетитно выглядит. Я уже завидую. Открою свое. Нёрды. Обожаю эти конфетки. Они такие крошечные. Поэтому так весело трясти коробку. Итак, открываем. И высыпаем содержимое в рот. Ням-ням. Ммм, сладко и кисло, и хрустит. О, у меня отличная идея. Высыпаем все в тарелку. Вот так, все до последней крошки.
А теперь берем маршмеллоу. Какой же вкусный сыр! Супер! О, выглядит здорово! Маршмеллоу в нёрцах. А теперь попробуем, что получилось. Сыр, 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 сыр. Что с тобой? Джои, Джои, где ты? В этот раз я первая. О, виноградный леденец. Давайте откроем. Вот так. Вау, конфета спрятана в классном контейнере. Можно убрать ее назад, чтобы доесть позже. Ммм, какой яркий виноградный вкус. Очень вкусно. А у тебя что? О, кислые лимонные веревочки. Вау, какие длинные. Как они вообще поместились под крышку? Интересно, насколько они кислые? Ну вот, коробку я убрал. Теперь открываем пакетик. Врать не буду, мне уже хочется скорее их попробовать. Откушу-ка кусочек. Вау, 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 вау! Эта кислая веревочка взорвала мне мозг. Это просто нечто. Какие огоньки! Ю-ху! Кто же знал, что у меня в голове есть такой классный клуб? Джоуи, Джоуи, хватит! Ты меня бьешь своей веревочкой. Тыщ, 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 тыщ. Абсурд какой-то. Ну, хоть леденец цел. О-оу, что-то тут не так. У-у-у, не может быть, я тоже в клубе. Эй, и Джоуи здесь? О, теперь понятно, что он делал. Ну все, посторонись, теперь моя очередь. Вот как надо. Ю-ху! Тыщ, 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 тыщ. Я тоже так смотрелся со стороны. Ужас. Я сказала ей правду, но она мне не поверила. Постой, кажется, что-то не так с этим деревом. Что же это такое? Давай посмотрим поближе. Что это? Сок? Похоже, давай возьмем. Тогда можно и попробовать. Ого! Невероятно вкусно! Ой, 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 что-то происходит! А-а-а! Мы меняем цвет! Мне это не нравится! Ого! Эй! Нас забросило в челлендж! Давай ты первым откроешь! Уверена? Ну, ладно. О! У меня фиолетовая конфета. Рассмотрим ее поближе. О, да, мне нравится. Возьму-ка я один леденец. Прямо в рот. Отлично, виноградный вкус. Ну что же, теперь я открою свое. О, мне попалась кислая желтая конфета. Вау, не терпится попробовать. Похоже на бутылочку газировки. Кажется, открывать нужно снизу. Ну что, теперь можно пробовать. Я просто высыплю порошок себе на язык. У-у-у, очень вкусно. Мне нравится. Эй, можно попробовать? О, бери, попрошайка. Спасибо. Я высыплю пудру в унитаз. Вот так, наполнился до краев. Ну все, можно опустить леденец в унитаз. Вот так. Покрыт пудрой со всех сторон. Класс! Это была хорошая идея. Давай откроем вместе. Еще один леденец. Какая веселая игрушка. Нажимаю на кнопку и удар. Пора попробовать леденец. Выглядит неплохо. Прямиком в рот. Класс! Потрясающий вкус. Выглядит классно, а у меня курочка. Она такая милая. Поглажу ее по головке. Ого! Она несет конфетные яйца всех цветов. Круто!
Попробую-ка я конфетку. Вкуснотища! Стоп, что-то странное. О, нету-нету-нет, я снесла яйцо! Да ладно, ты превращаешься в курицу? Нет! Постой, конфетный удар поможет. Да что происходит? Прости, перчатка. Теперь мы знаем, что не стоит бить. И это все из-за курицы? Без понятия. После вас. Благодарю. Открываю. Ого! Ты посмотри! Симпатичная штучка. Разноцветная мельница. Нажму-ка я на кнопку. Ого! Она крутится! Ого! Какой прохладный ветерок. Ну, а теперь пора попробовать на вкус. У каждого цвета он разный. А что у тебя под крышкой? Ого, это йо-йо. Выглядит очень здорово и необычно. Обожаю ее. Посмотрим, не растерял ли я навыки. Вот это да! Как быстро оно крутится. Я немного запутался. Упс, поможешь? Ну ты даешь. Не бойся, я помогу. Разрежем здесь, еще здесь. Фух, ну вот, ты свободен. Спасибо. Никаких больше ее. Зато у меня остались конфеты. Насыплю их прямиком в рот. Классно! Зачем нам ее, если есть конфеты? Обожаю конфеты. Ладно, теперь я первый. Эй, виноградная фанта. Здорово, я как раз пить захотел. Пора утолить жажду. О, выглядит очень здорово. Как раз то, что мне было нужно. А что у тебя? Ух ты, что это такое? Это мармеладные стаканы? Не впечатляют. А пахнут неплохо. Стоит попробовать? Ого, я была не права. У меня есть идея. Можно мне немного фанты? Конечно, я налью тебе. Спасибо, выпью до последней капли. Ого, она сейчас все выпьет. Теперь можно съесть стакан. Очень вкусно. Эй, я тоже так хочу. Ты права, очень здорово. И напиток, и вкусняшка. И тебе, и мне. Можно я первая? Ура! О, бананы. Мои любимые фрукты. Минуточку, они не настоящие. Это конфеты? Ну, конфеты я тоже люблю. О, какая-то тянучка. Вау, потрясающий банановый вкус. Хорошо тебе. А я открою свое. О, фиолетовая обезьянка. Да ладно, она еще и бьет в цимбалы. Здорово. Постой-ка, у меня есть идея. Ой! Это была не лучшая идея. Теперь у меня есть новая идея. Что за... Ух ты! Попалась! Не ожидала, да? О, давай, макака, хватай банан. Хвать! Молодец, макака. И правда яркий банановый вкус. Я знаю, твоя очередь делиться. Ну, конечно. Угощайся. Вау, спасибо. Начну с зелененькой. Очень вкусно. Съем еще одну. Теперь снова я первый. Зачем здесь капуста на тарелке? Ну, она фиолетовая. Ладно. Да, ожидаемый вкус. Ты должен съесть капусту. И язык у тебя фиолетовый. Фиолетовый?
Ха-ха, смейся сколько хочешь, ты еще свое не открыла. Вау, у меня... Ничего. Что? Так нечестно! Минуточку. Тут что-то есть. Да, ура! Это просто невероятно! Волшебная палочка! Можно наколдовать что-нибудь? Палочка, дай мне чипсы! Да, сработало! Целая тарелка хрустящих соленых чипсов! Мое первое желание. Как же вкусно! Везет некоторым. Ладно, можешь взять мою палочку, если хочешь. Конечно, хочу! Спасибо! Помоги мне, палочка! Класс! Из кочана капусты в кучу бургеров. Это гораздо лучше сырой капусты. Да, как же вкусно! Вот так. Вау, выглядит здорово. Скорее бы попробовать. Ммм, как вкусно. И правда здорово. Возьму еще одну. О, как мне нравится. Ладно, теперь я. Вау, это попкорн. Конфеты в виде попкорна. О, что с тобой? Я пойду поиграю в гольф. Ого, ну ладно, а я посмотрю. Эй, это просто нечто, не так ли? Да, я тут играть пытаюсь. Ты сможешь! Ой, извини, я тебе мешаю. Я только конфетку возьму. О! Ну, наконец-то можно отправить ее в воздух. Стой, стой, стой. Секундочку. Что? Сколько мне еще ждать? Все, я уже тут. С попкорном все становится лучше. Вау, какой удар. Тут не до попкорна. Поймала, да. Отличный удар. И так вкусно. Окей, это впечатляет. Так, посмотрим, что у нас тут. Отлично, печенье Милка никогда не подводит. Это будет потрясающе, уж поверьте. О, обожаю печенье. А знаете что? Сейчас будет еще лучше. Кладем печенье в формочку. Вот так. Следующий шаг – ложка и молоко. Отмеряем нужное количество. А теперь крошим ложкой. Фу, сложновато вот так ломать печенье. Да что ты такое затеяла? Смотри, это жижа из печенья. А теперь отправляем ее в духовку. Сначала уберу тарелки. Почему мы храним здесь картины и чемоданы? Гладильная доска? Домашние растения? Фу, нам бы кладовку побольше. Итак, вот теперь запекаем. Скорее бы попробовать. И вот последний штрих. Посыпка в форме сердечек никогда не повредит. Пора пробовать. О, так даже лучше, чем раньше. Интересно, что у меня? Хм, кажется, это бананы. Откушу-ка кусочек. Ой, о нет, прости. Да, у тебя лицо и волосы в шоколаде. А если я возьму сразу три? О нет, начинается. Еще больше шоколада. Да, этого стоило ожидать.
Вот. Держи салфетку. Стой! В этот раз я первая. Не поняла. Какой-то сдутый шарик. Я его надую. Воздух внутри. А вот и булавка. Лопнем шарик. Эй, это еще что? Кажется, конфетка. Не так уж и много, зато вкусно. Ого, смотри, у меня пачка M&M's. Намного лучше сдутого шарика. Сейчас открою и попробую. Начну, пожалуй, с голубой. Эй, а можно мне тоже? Ладно, но сначала надо убедиться, что нам достанется одинаковое количество. Для этого надену измерительные очки. И возьму линейку, конечно. Так, это слишком большая, значит мне. Проверим эту. Нет, тебе такая точно не подойдет. Я уверена, здесь есть то, что для тебя в самый раз. Кажется, очки совсем не помогают. Нужно посмотреть поближе. Можно порезать пополам, если постараться. О, ты сейчас серьезно? Вау, спасибо, целая половина одной штучки. Все равно вкусно. Итак, следующий раунд. Нёрдс Кэндис, обожаю их. Фиолетовые и розовые мои любимые. Можно просто открыть упаковку и высыпать их в рот. Вот так, как вкусно. А остальные высыплю на тарелку. Отлично, ты готова? Та-да! Молодец, посмотрим, что у меня. О, конфетный вентилятор. Как интересно. Ого, там что-то есть. Конечно, конфета. Маленькое сердечко. Вкусно. А теперь включаем вентилятор. Вау, такой маленький и такой мощный. Выглядишь потрясающе. Можно попробовать? Да, держи. Вау, он так сильно дует в лицо. О, вышло не слишком изящно. Ну и ладно, вот, забирай. Итак, последний раунд. О, кажется, будет жестко. Смотри, какая большая пачка. Спорим, он очень острый. Поехали. О, я была права, так остро. О, это было просто ужасно. Кажется, я в порядке. Интересно, а у меня что? Вау, какие красивые! И такие упругие! Просто гигантские, размером с мои глаза! Думаю, их нужно есть особым способом. Воспользуемся шпажкой! Вау, так легко надеваются! Похоже на мармеладный шашлык! Как вкусно и сочно! А теперь еще одна. Упс! Она вылетела из твоих пальцев. Ай, мои пальцы, они все еще острые после той конфеты. Вот, это поможет тебе перебить вкус.
Фиолетовая или желтая, неважно, какого цвета еда. Она просто должна быть вкусной. Какое ваше любимое блюдо? Расскажите нам в комментариях. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить больше вкусных роликов.